Сегодня Всероссийский день приема граждан. В Химках с жителями провел встречу лично руководитель администрации Владимир Слепцов. Около 2 часов он обсуждал с горожанами их частные проблемы, а также вопросы, затрагивающие интересы целых домов и даже кварталов. Так, например, с просьбой разобраться в ситуации обратился представитель сразу нескольких многоэтажек по улице Лавочкина. Жители испытывают неудобства из-за ограждения, установленного здесь членами одного из ТСЖ. Предстоит выяснить, законно ли появился забор, в противном случае он будет демонтирован. Все проблемы, которые обсудили в ходе встречи, из разряда наболевших, поэтому и потребовали вмешательства руководителя администрации и коллективного обсуждения. Сегодня многие вещи открываются, то есть люди информируют меня о том, о чем я не слышал, и действительно и действий в отношении, чтобы им помочь, никаких не предпринималось. Поэтому, безусловно, сейчас будут определенные сделаны действия, и, конечно же, навстречу людям пойдут органы местного самоуправления, управляющие компании, подрядчики, которые работают, и администрация будет контролировать. По всем вопросам Владимир Слепцов оперативно отдал необходимые распоряжения. Они будут решены в максимально короткие сроки. Подобные встречи эффективны, полезны и дают хороший результат, отметил руководитель Химок.